Ой, это что такое? Подожди. Федя, пойдешь в гости? Мама, это какой-то жук. Боже мой, какая красота. Они его сегодня увидели утром, и все как в разные стороны. Не, наши в доме, наши никуда не выходят. Огромное что-то, ребят. Прям вот такое. Ой, не боишься? Не боишься ты? Ах. Тедди отреагировал. Ну чё? Не можешь в себя прийти еще, да? Не можешь, не можешь. Ой, мама. Пойдем, пойдем. Не хочется давать. У меня вчера мой... Задохнулся. Задавили. Здесь прямо. Ой, старенький. Приезжал на нашей горе. Проезжал на газель, а я во дворе слышу, она кошмар. Что не видят, что ли? Ну, насмерть сразу, да? Ну, он, наверное, еще минут пять полежал. И прям в одну точку посмотрел, поехали, похоронили. 12 лет мальчик. Они же любят наблюдать за всем. Лежал, наблюдал по улице. Это уже семья. 13 лет. Че, пойдешь? Но не умывайкино показать. Будешь помню показать? А я не знаю, кто это такой. Умывайки? Это Леша у меня в курсе. Вот это домик, кстати, мужчина, красивый, да? Проповедовал очищение организма содой, перекисью водорода, правильное дыхание, потом этот, у кого проблемы со спиной все время, там специально как-то. И что, он свои технологии продал и создали центр? Организма. Или как? Он при жизни создал центр. Вот, и все осталось наследником, ну, не прямым наследником якобы, а тем, кто сподвиг вот его, кто вместе был, там медицинские работники. Короче, инвесторы, спонсоры и его друзья, да? Его друзья, ну, видимо, ну, они, там, это, они богатые, очень этот центр богатый. Угу. Там дорогие у них вот эти курсы, люди приезжают, реабилитацию проходят после онкозаболеваний, подготовка к операционному вмешательству, и говорят, что даже до 80% восстановление идет до операции. Были показания к операции, они приехали здесь восстанавливаться. И сегодня утром мы с Лешей видели на пляже мужчины, один и второй, у которых это операционные швы большие очень на теле. Гуляют, да? Лежат прямо утром рано, лежат на пляже, просто лежат, отдыхают. Слушай, ну нормально. Вот оказывается, Малореченский. Что, пошит Эдди? Или обратно? Нет. Что-то он не хочет. Пойдем. Пойдем, Тедюсь. Ну, ты уже отдохнул немножко. Не, у него сил нет. У него не открывается второе дыхание. Давай я на ручки его возьму. Не надо никакие ручки. Еще на ручки ты поставишь. Мам, мне не тяжело. Не надо, Юля. Не надо. Не надо. И он будет себя чувствовать некомфортно. Полежит и нормально все. Пойдем. Пошли. Не, он не может. Он чувствует себя здесь в безопасности, машин нету, люди обходят. Пить? Попить? Язычок вроде не фиолетовый. Не надо, вы понимаете, а ты думаешь, он нервничает? Нет, он не нервничает, он просто отдыхает. Он не любит, когда камеры не наставит. Ой, откуда ты знаешь? Артисты. О, ему грязь смотреть его. Надо, смотри, смотреть. Грязь собрал. Пойдем на лавочку посидим. Пойдем на лавочку посидим. Он точно не любит камеру. Я ж тебе говорю. Пойдем на лавочку посидим. Все, повернулся к Юле. Нихер меня снимать. Нашла, блин, что снимать. Айда, пошли на лавочку. Пойдем, пойдем. Пойдем на лавочку. Пойдем. О-о-о-о. А мы чаек попьем. Пойдем. Я не знаю, что ты побежал сюда как ненормальный по этой лестнице. Нахрена ты? Это был последний рывок. Да, все, все, все. От страшных машин убежал, отдохнул и пойдем назад. Пошли. Пойдем, зайчик. Смотри, какие тараканы уходят.
Вот мне сегодня Элеонора говорила, что это. Что есть такое, да? Все, домой все. В огороде же. Все домой ползет, вот это вот все. А у нее половина дома. Давайте пропустим эти. Половина дома, во второй половине. А никто не живет. Мужчина одинокий. Одна с ним пожила, ушла, вторая пожила, ушла. Так это ее мужчина? А? Это ее мужчина? Или снимает? Сосед мужчина. А, сосед. Да. Ага. Вот. Он не ухаживает за своей второй половиной. Там у нее-то все нормально, крыша, все хорошее. Mm. А у него там все протекает. И она говорит, вся эта плесень. Все. То есть вот тут очень много вот таких вот домов, вот, где одинокий мужчина остался, допустим. Все, никто не хочет с ним жить. Дофига. Вон салата насадили, никто его не ест. Заброшено все. Ну, знакомиться тут очень быстро, да, мама? Тут момент. Только спроси что-нибудь, тут и момент, начинается. Момент. Все расскажут, все покажут. Прилипнут и пойдут, да? Прилипнут, замуж позовут. Вон как мужчина сегодня. Сегодня к маме дедушка 70 лет. Она кое-как отвязалась. Пофигу ему. Вот он все. В трусах голенькие. Ну, такой, с торсом открытым. Пофигу. Идет ля-ля-та-па-ля-ля-ля-та-па-ля. Леша уже ушел, Леша психует уже. А этот никак идет за нами, идет, и все, и рот не закрывается. Что ж такая дитка идет? На расхват, красотка такая палма. На расхват. Гусеничка. Что такая, эта гусеничка не живая, давай поживей. Гусеничка. Да. Я ему покажу гусеничку. Дедульки. Инфаркту и все, миокарду сразу. И наследство, и все. И... Схема, проверенная временем. Сколько таких женщин? Рабочая. Женщин таких. Они приезжают, специально сюда приезжают за этим делом. Вынюхивают все, снимают в частном секторе. Вот она сегодня мне говорила, снимают, говорит, комнатки по 200 рублей. Дешевые, прям совсем дешевые. И начинают вынюхивать. А такие болтливые соседки, что все знают. Где, что, с кем, когда, сколько, как. И все. И счастливая обладательница. А как в Анапе я жила? Все время с Тедди ходила, гуляла. Дед выйдет утром. Ну, такой, 70 примерно. Ой, здрасте. Что гулять? Пошли гулять. Шею на тебя свернули. Шею на меня свернули? Да, все втроем. Ой, красавицы. И все, потом смотрю, приехала. Я вот этот страшный, она уже, смотри. Хаски хоть. Блин, не страшно? Да, она уже вон открывает эту металлическую огранку. Кошмар. Ну и, короче, приехала киргизка, приехала из Киргизии на такси, вывалила ее, у нее все в пакетиках сложено, полиэтилена. Смотрю, все, дед пропал. Через неделю приехали, смотрю, уже мужики выходят, киргизы. Еще через неделю смотрю, уже на машине на его ездят. Еще через неделю с соседкой встретились с соседнего дома. Что-то не видно. Вот, как-то его зовут, я уже не помню, как. Не видно его. Я говорю, так вот она... это рано утром. Я шла, рано утром она звонила, ее высадила машину с баулами, с пакетами. Она говорит, да ты что? А я, говорит, ему все время хлеб приносила. А я смотрю, хлеб лежит у двери утром, а никто не забирает. Они его спаивать начали. И вот так вот, и все, чем дело закончилось, я не знаю. Ну, все переписали. Переписали все. Вот апельсин, апартаменты, эконом. Вот она, эта улица, по которой я сегодня шла. Ага. Ой, эти молодцы какие. Бегут за мамкой, бегут, устали. Ой, бегут за мамкой. Собачка? Вот она, эта собачка. Вот этот мопсик, вот этот мопсик. Вот этот мопсик. Юлечка, соленье, варенье, смотри. Да ой. Что такое? Да что такое? Да что? Пойдем. Цветы красивые очень. Да не ругайся, не надо. Климатисы. Вот эти климатисы можно посадить тебе. Слушай, питание светлое, а фиолетовый хорошо тоже смотрится, да? Очень хорошо. А ты посмотри наверх, это магнолия шикарная, мама. Она распускается, вот они белые. Я про это и говорила, что я помню. Вот они, магнолии. Вон, видите?
Они очень быстро отцветают, сразу темнеют. Слушай, ну это старое дерево, мама. Это старое. Вот я такие помню в своем детстве. И очень аромат шел. Прям вот такие большие цветы и аромат. Обалденно. Но говорят, много вдыхать нельзя, это ядовитый аромат. Ой, ну все, сразу. Сразу. Мы и пришли. Вот а куда мы пришли? Элеонора. Вот здесь, да? Вот он домик. Вот я же вам не показала с виду. Ага, слушай, он у нее хорошенький домик. Да. Аккуратненький. Боже мой. Туалетик? Туалет на улице. Два туалета на улице, два этих душевых. Потом мойка. Вот комната. Не очень чистенько. А, вот смотри, вот да, синяя крыша ее, а эта крыша это соседа, да? Да, вот такая. Смотри, что такое? Хороший мальчик. Он хороший, да, мальчик? Он не лает, этот мальчик. Он не лает. Они уже, наверное, подружились? Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, не злись. Видишь, окна. Все Ох, да, тут. И все, у меня вот такой магазинчик, я буду Василек продавать. Юль, ну купите мне, ну что я не знаю. Ну, почему мать Василек? Мается? Почему мать мается? У матери я уже... тебе предлагала создать свой бренд, у разработать матери... лекала. Нафиг надо. У матери уже 4 мешка этого Василька. Потихоньку отдыхающие бы шли. Кому штанишки, кому платьишко, кому ночнушку, кому халатик. И все. Утром открыла, и все, и сиди не хочу. На, пей водичку. Напугали они тебя, да? Напугали собаки. А что на меня так таджики смотрели сегодня? Я не знаю. Я же их язык не понимаю. Что-то говорили? Да. Дожилась. Нам остается только догадываться. Дожилась. Вот котируюсь, как я. И что мне нравится еще здесь, нет чаек вот этих кричащих, как ненормальные. Тут только горлицы, вон везде горлицы. Ну, как у нас, северская. Да, нету этих чаек. Ну, ты знаешь, как они иногда начнут орать? Так страшно становится. Курлыкают, да? Ну, они орут, мама, они курлыкают, они прямо орут. Продаются комнаты, Юля. Комнаты продаются. Да, что можно купить? Вот, продаются комнаты. Смотри, вот это здание, вот это, смотри, батареи, эти, накопительные, наверное, солнечные батареи. А что, не хочешь купить? А, сдаются, ты думала, продаются. Сдаются. Ой, да ты трогай, нельзя. Тедечку нельзя трогать, Тедя хороший мальчик. Нельзя, ты иди трогать, нельзя. Прей, нельзя. Прей, пошли. Пошлите. Ох, они такие. Не успели мы с тобой уйти. Конечно, скажи, ты идешь. Стрепенулся. Да, две собачки на меня набросили сразу. Ох, они такие собачки. Слушай, тут сердца не хватит с такими потрясениями. Ой, я же ору как ненормальная. Я начинаю орать, моего тедечку только троньте. Я же задушу. Там девочка, что ли? Смотри, как она легла у меня. Девочка и мальчик. Мама, скорее всего, и сын. Потому что мама старая, а сын это молодой. Ну да. А я смотрю, она легла пузом. Вот такие мужчины одинокие. Вот он, одинокий мужчина с Элеонорой живет. Во вторую половину пошел. Наушнички у него чистенько одет. Денег нету на ремонт дома. Но зато живет на море. Но зато на море. Вот и все. Вот задачи решены все. Всего-то. Здрасте, раз погуляли, два погуляли с собачкой. Это ж так делается. Пойдем. Пойдем на лавочку посидишь, пойдем. На лавочку. Где? Я говорю, сколько камушков? Да вон, сегодня утром там все нюхал. Уже еле идет. Ой, что там? О, обросло, смотри, как мама. Я думала, нет. Это дерево, это обросло. А вот это уже ненормально, когда это... Провода, да, облепляют? Когда провода, да. Давай
Сейчас зайдем куда-нибудь чайку попьем. Давай. Давай вот там на улице подойдем. Постепенно попьем чай. Ой, яхта пришла, смотри, какая ее. А ты посмотри, какой закат, мам. Фиолетовый переходит в белый и в голубой. Ты посмотри. Иденька, пойдем. Вот он. Ты иди, он дружелюбно к тебе настроен, не бойся. Зюбки, ох эти зюбки. Так, иди, смотри, вот это добрый песик, да? Пошли, Петик. Ой, писитка, господи, Петька. Это ты что? Петька, откуда ты тут? Петька. Вздыбился, смотри, мама, он вздыбился. Ага. Немножко давай, боится. Давай, отходи. Ты сюда зайдем? Отходи, пойдем сейчас. Ой, ты. Ой. О, смотри, что, куда он, где он спит. Корону. Можно у вас чайку попить, а? Конечно, мама. Там какой? Черный, зеленый, травяной. Давайте травяной. Травяной. На 5 чашек, да? Да. Можно и на 4, наверное. Да? А кто у нас еще два человека? Ну, а выпьем потом. Да, на 4 нам сделайте большой чайничек. А что-нибудь вкусненькое есть у вас чаю? Или чайки с чем? Сгущенка, сметана. Будешь блины? Со сгущенкой. Парочку. Парочку блинчиков. Там на порцию парочка есть. Со сгущенкой. Не, я не буду. Нет? Блины. Не, я лучше купить конфетки. Дайте чуть-чуть. Так пиво. А, пиво. Ну, а там, я смотрю, он дэнс или что там? Нет. Тоже пиво? Да, соленое. Ну а что, к чаю ничего нет? Ну давайте один чай, не ладно, травяной чай.